Дорогие отцы, братья и сестры, 29 марта 2018 года, 18 часов, в аудитории 305 Свято-Духового монастыря Волгограда на Богословском факультете Царицынского православного университета состоится новая встреча Свято-Отеческого кружка. Она будет посвящена великому святому 20 века, преподобному Иосифу Исихасту. Этот человек в течение нескольких десятилетий нес невероятный для нас подвиг на Святой горе Афон. Он воспитал нескольких монахов, которые впоследствии стали знаменитыми на весь мир игуменами и духовниками и привели ко Христу десятки тысяч людей, многие из которых стали монахами. Именно благодаря подвигам преподобного Иосифа и его учеников Господь привел на Афон много молодых монахов, и в течение 70-х годов прошлого века Святая Гора вновь начала расцветать, пополняться новыми поколениями юных подвижников. А ведь до этого власти уже подумывали устроить на Афоне туристический центр из-за того, что на Святой Горе тогда доживало около 1000 пожилых монахов. Таким образом, через преподобного Иосифа Господь и Матерь Божия возродили монашество на Афоне. В течение встречи мы не только узнаем о жизни и подвигах преподобного Иосифа, но и познакомимся с его учением, которое бережно хранят и доносят до нас его письма. Они изданы в замечательной книге, называющейся «Изложение монашеского опыта». Своими мыслями об этой книге и о личности преподобного Иосифа Исихаста поделится по скайп-мосту московский гость Свято-Отеческого кружка Михаил Гордиенко, эксперт аналитического центра святителя Василия Великого, город Москва. Не всякого сомнения, что эта книга будет очень полезна не только монахам, но и мирянам, желающим проводить строгую и бескомпромиссную аскетическую жизнь в миру, жизнь в духе подлинного апостольского и святоотеческого предания Церкви, жизнь, приводящую к святости. Бог молитвами Божией Матери и преподобного Иосифа Исихаста да просветит и укрепит нас всех в подвиге нашей жизни, в деле освящения нашей души и стяжания божественной благодати.